Приветствую всех. Меня зовут Владимир Тетерюков. Я член ICCA, налоговый консультант и преподаватель налоговых и бухгалтерских дисциплин. С 2013 года я готовлю свои курсы с учетом требований ICCA, и они получили аккредитацию ассоциации. Ряд моих выпускников уже стали членами ICCA. Сегодня я расскажу, как сдать бумагу Taxation, российский ее вариант. Из тех бумаг ICCA, думаю, Taxation наиболее предсказуема. Из 6 задач 2 будут касаться налога на доходы физических лиц, 1 – страховых взносов, 1 – НДС и еще 2 – налога на прибыль, общего его расчета и случаи с удержанием налога у источника. Тестовая часть разнообразнее, но в целом содержание экзамена заранее известно. Тем не менее, в июне этого года сдали его только 50% студентов. Почему же? По нашему мнению, успех зависит от 3 составляющих – внимательность, ориентирование в Российском налоговом кодексе и тренировка в последовательности расчетов. Во-первых, экзаменатор вставляет много деталей в задачи. Даты приобретения и продажи имущества, даты начисления и выплаты сумм, родственные отношения участников задачи, характер выплат и тому подобная информация влияет на итоги расчетов. Во-вторых, налоговое законодательство не отличается последовательностью изложения норм, и для успешного решения задач важно помнить, какой элемент налога в каком случае используется. В-третьих, отработанная последовательность расчетов каждого из упомянутых налогов позволит эффективно использовать время экзамена. Мы сделали упор на эти моменты при разработке курса ICCA Taxation Russian. После наших курсов у вас не останется белых пятен по учебному плану. Я желаю вам успешной сдачи экзаменов.